Зато я могу разобрать тот меч, который у меня там лежит. Это я могу. Это я могу. Иди сюда, мечик. Ты ж... Вот тут два слиточка таумического металла. А здесь все, что было таумическое, я уже разобрала, к сожалению. Я могу, конечно, цветок еще раз запустить, потому что у меня тут мана подкопилась. Но... О, у меня же были здесь железяки. А здесь у меня ничего нету? Я ничего здесь не складывала? Потому что вы меня знаете, я могу пихануть в любой сундук и даже не задумываться об этом. Но на два блока у нас есть. То есть темечку я сделать могу. Задание закрыть как бы уже могу. А потом, когда дойдем до выведения, тогда и будем заморачиваться над теми блоками, которые надо под низ поставить. Окей, окей. О, я ж тебя могу еще с этого сделать. Все, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Как он там называется? Как эта железка называется розовенькая? Вспоминаем, усердно вспоминаем. Это Magical Ingot. Вот. Вот. Раз, два, три. Готово. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И девятый мне дадут, мне получится целая грядка. Замечательно. Спасибо, Essential Craft. Спасибо тебе огромное. Ты прям выручаешь, выручаешь. Итак, руна манны. Руна... Вот это... Слотс. Слотс. Что еще? Кристаллики, руны. Ну и, конечно же, арбузик. Куда без арбузика? Кинг, ты очень любишь арбузик? Почему именно арбузик? Вот что тобой... Я взяла и сломала его. Сломала его полностью. Окей, Кинг, возвращаемся к вопросу. Что тобой двигало, когда ты выбирал семечку для вот этих рецептов? Почему именно арбузик? Есть там какой-то скрытый смысл или же нету? Меня распирает интерес. Три штучки. Раз, два, три. Та-дам! Замечательно. Метод ты ко мной двигал. Хорошо подвигал тобой метод тыка. Вот, и в награду получаем еще один таубический блок. В результате у нас 9 блоков, которые позволят нам сделать вот такую вот замечательную грядочку. Мне даже не надо 9, мне 4 было бы достаточно. Зачем я делать сделал? Делать, делать. Ой, а я могу вас обратно... Читерство. Кинг, это надо убрать. Это не есть хорошо. Потому что в Хаане вот этих розовых слитков тонна, просто тонна. Тонна. Нет, их там тонна, ты понимаешь? Тонна. И вот так вот получать таумический металл? Это надо убрать. Это срочно надо убрать. Вот честно. О, руны. О, хомячья душа. Нет, это надо убрать. Вот серьезно. Это немножечко как-то слишком. Вот. Потому что вот теперь я не буду делать таумический металл как бы классическим способом. Зачем? Если я могу вот так вот просто его перекладыванием туда-сюда, это, знаете, как пересыпал с руки в руку, и так, хоп, у тебя магический металл. И ты так, ура, я волшебник. Нет, так не должно быть. Нет, 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 только не с таум металлом. Хотя у меня уже есть семечко, что я возмущаюсь, но это надо убрать. Угу. Это слишком. Теперь сделаем вот семечку. Здесь даже вот сейчас мы ощутим боль, страдания и так далее. Надеюсь. Хорошо, у нас идут те же руны. Можно было и поменять. Я не знаю там. Метод тыка. А deconstruction table тебе не читерство? Я могу его убрать. Давай я закончу, а потом убираю, хорошо? Хитрая флешка. Итак, самое простое, это у нас блок с Алис Мундусом, он делается в столике магическом, может поспать, или же может все-таки молния прилетит, не будем спать. Сейчас у меня никаких критических пчел там не работает. 9. Серьезно? 9. Так, рецепт, это кажется пережаренный просто этот кусочек, да, мне надо еще один. Мне кажется, что у Алис Мундуса есть еще какой-то рецепт. То есть есть цветочек,
Есть цветочек, который его производит. Это из Таумик Бейсис, но я его немножечко призабыла. Кинг, напомнишь цветочек, который производит Салис Мундус? Точно есть, я прям уверена. Ты видела, сколько маны нужно? Но здесь не соответствует. Оно здесь не соответствует. Оно, видимо, показывает полоску для Diluted Monopool. У меня так урчит в животе, я надеюсь, вам это не слышно. Вот, и возьмем какую-то палочку. Кто у меня здесь стоит? У меня стоит моя хорошая. Моя хорошая здесь. Так, и забираем блок. Отлично. Но это еще только, знаете, цветочки. Теперь нам надо два блока Void металла. Ну и как бы здесь без вариантов. Значит, Void металл делается из двух Void семечек. Что? Значит, нам надо 18 слиточков. Значит, мне надо 36 семечек. Мне казалось, что она по-другому делается. Или я могу сделать из одной семечки? Так. Void семечка. Void семечка. Она же делается. Вот. 36, 36. Много? Много, много. 18 тоже достаточно много. Это не Diluted Monopool, это упоротое Васкино измерение маны на глазок. Нормально! Нормалек на глазок, отплеснул маны и все отлично. Хорошо, хорошо. Будем исходить с того, что я могу делать из одной семечки один слиточек, потому что делать буду через алхимическую стойку. Значит, нам надо 18 семечек. И это на самом деле много. То есть в одной банке у меня получается только на 8 семечек. Мне надо 3 банки Тенебра, Вакууса и чуть-чуть вот Алиениса. Мне нужен мой книг. Мне нужен мой книг. Но все хорошо, мы прорвемся, и все у нас будет. У меня нигде нету void металлов, так чтобы чуть-чуть сэкономить. Нет, я все куда-то потратила. Еще бы помнить, куда. Я, кажется, вот этот Shadow of Metal делала. Металлум я вроде бы не копила, а надо было. Ну ничего. Хорошо. Значит, Тенебра есть в грибах. И есть также в обсидиане. Я, кажется, тенебру для чего-то вываривала. Я могу потом доварить. То есть я сейчас возьму вот эти три банки тенебра, я потом доварю. Это у нас тенебра, да? Хорошо, что у меня еще есть? Вот, у меня и металлум есть, кстати. Да, я потом это доварю. Я это и так делала за кадром, мы это используем. Что осталось? Осталось Алиенис. Вот он, Алиенис, прям полнейший Алиенис. И Алиенис у меня. Авакус мы с вами с мисочек, например. И Алиенис у меня в чем идет? Ну, в эндерперлах идет. Кстати, в листве с эндердерева. Опа! Опа! А вот это мне нравится. Вот в листве с эндердерева мне нравится. Сейчас мы посмотрим, сколько его там. Я возьму свои. У меня же были. Вот этот вариант очень даже неплох. Так, я саплинги здесь складывала. Он на земле или на эндерняке растет? И еще где-то у меня были ножницы. Вот, мои манаширсы. И кусочек земли было бы неплохо взять. Прям даже с травкой. Или там побольше надо земли? Там, наверное, побольше надо земли. И почему? Почему? Почему я забываю про тебя? Красавица моя ненаглядная, почему я про тебя забываю? Вот про самые полезные инструменты я постоянно забываю.
Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сажаем тебя. Достаем руну Грингро. И... Ты так не растешь? Вот, растешь! Включить магнит. Я, кстати, сейчас не одета для драки. Ну, достаточно медленно. Хорошо. И сколько в тебе этого аспекта? Единичка. Сколько мне надо тебя? Сколько мне тебя надо? Мне тебя надо где-то чуть больше стека. Да, чуть больше стека мне надо. Так что выносим тебя на панельку и набираем чуть больше стека. А в дереве нету? А дерево я, походу, не изучала. А почему я дерево не изучала? Либо в дереве ничего нету, либо я его просто тогда прощелкала и не изучила. Смотрите! Откуда? Откуда вот это? Ой! Вот здесь есть колечко. Тенебра в Энстоуне. Тоже как бы вариант. Кстати, я джутбокс не изучала. Привет. А, я не то сделала. Ну, в общем. В дереве тоже есть, смотрите, есть и оленис, и вакуус. У меня этого дерева даже должно быть некоторое количество. Как интересно, как интересно. Но сначала я заберу листья, мы их тоже используем. Возможно, даже в саплингах что-то есть. Возможно. Ой, а, это я в полете так медленно рубила. А когда становлюсь на землю, то прям все у меня хорошо. Не смотри на меня, я тоже стесняюсь. Рубить ножницами, это, конечно, флешка может. Ну, джутбокс. Откуда? Иди сюда. Привет. Привет, длинный. Я просто хотела покушать. Что ж ты злишься-то так? А, выкинем эти все радости отсюда. Вот это выкинем. Да, нет, выварю все-таки дерево. И даже посмотрю, возможно, у меня еще есть. Возможно, у меня еще есть. Где я его могла складывать? Я его могла здесь складывать. Nope. Nope. А где я его сложила? Может, я его использовала уже? Я могла. И как ты называешься? Ты просто там вуд. А, вот еще 16 штучек. Хорошо. Сейчас, ребятки, я закину вывариваться и вас почитаю. Так, уберу отсюда наклейки. Вот. Уберу отсюда банки. Давай, 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 давай. А, некуда, да? Так, Игнис, иди сюда. Хорошо. И у меня это железное. Так, куда бы вас тыкнуть, чтобы вы мне не мешали? Начнем, наверное, с листвы. У нее минимум побочных. Вот сюда и тыкнем бумажку. Все, здесь идет листва. Листва идет в Voidjar. Мне нужна пустая баночка. Мне нужна пустая баночка для моего Алиениса. Итак, а, еще надо вакуус. У меня вакууса точно нет. Мортус, Мортус, Фабрицио, машина. Он еще такой непроглядываемый. Нет, у меня нету вакуус. Вот, у меня совсем чуть-чуть его. Иди сюда. Хорошо, значит, металл я чуть-чуть выставлю вот здесь, потому что он мне понадобится на второй заход. Тебя будем доставлять. Металлом я 4 взяла. А, это вакуус выскочил. Вот, и для вакууса потом сделаем мисочки. Мисочки для него просто идеальный вариант. Это магия. Точно, сегодня немножечко магии. Сегодня немножечко магии. Так, это готово. И можно повываривать вакуус из мисочек. Это будет быстренько.
Ему здесь некуда больше идти, потому что здесь как бы карточка, что сюда идет только Херба, поэтому Вакуус весь сюда пойдет. Просто. Проще, чем не учить уроки. Итак, мне надо семечки. Вы не поверите, но мне нужны самые обычные пшеничные семечки. У меня есть... А, у меня целая флешка, у тебя целая бочка семечек. Тебе девать их некуда. А ты тут говоришь, что тебе нужны семечки. Давай, дерзай. Приятного аппетита, Филин. Хорошо, и делаем. Сколько получится? Получится у нас... 4? Нет, сколько? 16, 32, 8. 8 получится. Хорошо, у меня с Альенисом все окей. Мне нужен опять Вакуус. И опять Тенебра. Нет, не Тенебра. Тенебра есть. Альенис есть. А, мне только Вакуус нужен. Хорошо, только Вакуус. Теперь забираем наш металлум, отправляем семечки обратно и подставляем баночки металлума. Точно так. Войд металл. Кушать подано. Давай. Хорошо, у нас 27 слиточков. Мы это все превращаем в блоки. И у нас получается 1, 2, 3 блок. Замечательно. Пошли делать семечку. Арбузик. Я помню. Арбузик. Иди сюда, мой сладенький кусочек. Ей. Итак, что нам нужно с рун? С рун нам нужна... А, у нас уже все в ручках есть. Хорошо, хорошо. Мы делаем void семечку. Итак, блок с Алис Мондуса. Два блока void металла. Насколько я помню, три кусочка. Раз, два, три. Три кусочка знаний. Обязательно семечко арбузика, руна маны и руна вот эта, серенькая, коричневая. Я тебя коричневой называю. Итак, профитроль — это профессиональный тролль, если кто-то не в курсе. А не вкусняшки. Потому что было бы слишком жирно, если бы все тролли превратились в вкусняшки. Да, смотрите, сколько мы маны выжрали. Прям вообще... Нам, наверное, на последнюю руну и не хватит. Давайте сюда еще одну таблеточку закинем. Ух-ух-ух-ух. Для этого надо отключить магнит, закинуть таблеточку и ознакомиться с рецептом последней семки. Вот последняя, последняя наша красавица. Это у нас ихоровая семечка, ихорсид. Ой, нам понадобится опять Алис Мундус. Нам понадобится эмберблок, но это как бы несложно. И также нам понадобится два кусочка ихора. Вот насчет кусочков ихора я сейчас немножечко сомневаюсь. Я не помню, есть ли у меня это счастье. Вот насчет блоков с Алис Мундус. Я надеюсь, там достаточно. Пожалуйста, будет достаточно. 7. Черт! 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 Побери! Флешка злится. Флешка злится. Покажи мне рецепт. Еще по семечку с Алис Мундуса. Без вариантов. Без вариантов надо вот все эти штуки. Значит, нам нужна земля, огонь. Так, металлом иди. Уйди, металлом. Земля, огонь. Да? Это металлом, еще металлом. Нет, нет. Орда. Орда, приди. Иди сюда, орда. Я не могу его хватануть. Аква. Эйр. Да? Ух ты! Неожиданно. И у меня тут нету только рун беспорядка, точнее шарты беспорядка, поэтому их и засунем сюда. И по сути нам надо две штучки. Хватит же всего? Ну как нету аква? А это что? Вот аква.
Вот. И еще одну. А сколько ты вообще сможешь? Давайте все сделаем. Давайте сделаем, сколько сможем. Потому что у меня постоянно с этими солисмутусами какие-то проблемы. И мне надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штучек, чтобы сделать блок. Что насчет ихора? Да вообще без проблем. Кинг, вот это ОП. Вот нельзя было с ихора сделать что-то покруче? Что можно с ихора сделать? Тряпочки ихоровые можно сделать. Слиточки ихоровые можно сделать. Набалдашники ихоровые можно сделать. Ёшкин кот. Это броня вот ихоровая, да? Не, ну выглядит как-то впечатляюще очень. Очень впечатляюще выглядит эта броня. Я вам честно скажу. Да? Это уже активированная, да? Обычно попроще. Все, мы готовы к самой крутой семечке на этой сборке, да? Можно ее считать самой крутой? Я думаю, что можно. Два хор и хорчика. Что еще? Я же забыла. Сид, 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 сид. И хоровый сид. А, еще эмберблок. Три кусочка. Раз, два, три. И арбузик. Арбузик и эмберблок. Я вроде бы уже арбузик собирала. Куда его дело? Не в инвентарь. Ну ничего, вырастим новый. Вырастим новый арбузик. Иди сюда, мой сладенький. Вот арбузик есть и эмбер. Эмбер, эмбер. Ты мне встречался благодаря моему цветку, который приносил мне руны. Руды. Флешка заговариваться. Вот, эмберблок. Он такой красивый. И почему-то полупрозрачный. Почему он полупрозрачный? Все, последний штрих. Та-дам! Мне хватит маны, полмонопула? Я туда таблеточку целую впихнула. Думаю, что хватит. Хорошо, смотрите, это последнее задание. Мне никаких блоков. У меня никаких блоков не дали в награду. Разбаловали тут. Зачем мне этот пресс? Зачем? Я не буду ничего печатать, особенно картины. Тебе на что-то полезное можно разобрать? Ёшкин кот, сколько металла. Здрасте. А тебя? Нет, вот это я уже не буду. Наркоманиться, но вот металл это очень круто. Отлично, ребятки? Отлично. Смотрите, что мы сделали. Мы закрыли эльфийскую науку. Поздравляшки. Поздравляшки, минус один раздел. Минус один раздел, и это прекрасно. У нас, конечно, есть ачивосы, но ачивосы там такие прям вообще, вообще. Хорошо. Что еще сегодня хотела поделать? Давайте мы проверим теорию Фонтьера. Значит, это у нас линза вейт, тяжесть. Это у нас вода и 7 призмарин шардов. Призмарин шарды делаются из кварца через алхимик каталист. Есть ли у меня кварц? Вопрос на засыпку. Вопрос на засыпку. Есть ли у меня кварц? Ку-ку-ку, кварц. Есть. 7. И какая там руна? Руна воды. Ну, понятно, чтобы типа блоки текли, как вода. О, как это поэтично. Так, сейчас сделаем призмарин. Нет, это удвоение. Вот здесь призмарин. Замечательно. Кажется, так. Нет, не так. Вот так вот. Окей. Все равно у меня ничего не получилось. О, блок упал. А этот не упадет, да? Этот не упадет ни в коем случае, да? Я поняла, Феофарот. Спасибо. Не ту линзу. Но этот блок не падает.
Или же сделать, дать ему больше места. Давайте попробуем дадим ему больше места. Чтобы уж... Вот. Все равно не падает.